Смотрите, гараж я вам потом покажу. В гараж мне тоже нужна дверь. Сейчас вы все это померите. Значит, смотрите. Ага. Это розетка душа или что здесь? Да, знаете, это ничего. Это включался свет, понимаете, я его демонтировала, потому что света там, видите, нету, к сожалению, вот так. Объясняю. По ширине сюда можно поставить дверь 990 на 2100. Единственное, резку бокового наличника я вам оставлю под вопросом. Стоп, подождите, на 2100. На 2100, знаете, вот... На 2100 она не влезет, надо долбить вверх очень много. Здесь 2.5 не влезает. Да, 2.5 я тоже намерила, 2.5. Ну, как говорится... 2.5 с этой стороны, а здесь снизу. Ну, долбить здесь, в принципе, кирпич, да? Кирпич. Вверх должен быть бетонный. Ну, перегородка, как правило, бетонная. Вот, бетонный, да? Кирпич только здесь, да. Угу. Так... Что-то делать. Ну, вот из тех дверей, которых тут нужно или что-то зашить. То есть, вот вы, конечно, померьте и скажите мне варианты, потому что у вас есть там, понимаете, я подумала, что ну, вообще нет, как там? Ну, тут двери, что лучше, как бы подолбить или взять, которая двустворчатая, знаете, там. Ну, двустворчатая не войдет. Хорошо, вот сюда. Вот эту створку заблокировать и поставить вот сюда. Понимаете? Нет. Вот она пойдет. Здесь слишком много долбить надо будет. Я вам говорю, как бы у вас на долбежке больше вылезет. Проще поставить стандартную век 960 на 205. Тот же строй гос, к примеру, который вы выбрали. Просто мы вот к этой стороне прибьем брусок. Угу. Вот. Здесь мы зафиксируем ее в брусок. Ну, брусок при зафиксируем кирпичу. Угу. Вот. Или какую-то железку, еще что-нибудь. Да. Крепкое что-нибудь. Да. Вот. И как бы расширение вверх тогда уже будет по минималке. Ага, и сколько у меня будет вот этого? Ну, я вам посчитаю. Да, вот эти, вы мне посчитаете, это разный вариант. Сейчас вы померите. То есть вот ставим прямо вот сюда. Строй гост итальянский орех, 96-й, там какие-то двери были. Ага, скажи, хорошо, как? Хорошо. Вы знаете, пойдемте тогда сразу померим в гараж. У меня еще дверь, еще одна дверь гаражная. Ага.